Уважаемые пограничники, я веду свой репортаж с монумента. Вот здесь специально сегодня веду съемку, чтобы показать, как все завалено снегом нашему монументу, да? На самом деле такой бардак здесь стоит. Но, видимо, этим бардаком должны заниматься мы, так как монумент принадлежит нам, конкретно нашей команде, пограничники, которые здесь вот с аллеи пограничников. Вот здесь в эти дни я очистил тропу, но ее постоянно засыпает. Поэтому мы тут переговорили с коммунальными службами. Они говорят, что памятник принадлежит вам, поэтому, ребята, давайте-ка сами и чистите. Ну, наверное, это законно, потому что государству мы его не передаем и должны отвечать за него сами. Поставили его здесь для себя. Вот все в снегу, сейчас я буду чистить. Просьба ко всем пограничникам, приезжайте самим в индивидуальном порядке проводить очистку монумента.